Всем привет, дорогие подписчики, вы находитесь на канале Street Boys. С вами сегодня Саша. Я вернулся к своему шалашу. Большую часть совсем осталось немного. И угадайте, кто сегодня с нами. К нам вернулся Руслан. И с нами сегодня наш гость. Выходи. Это я. Пойдет. Ладно, ребята, вот. Наконец-то мы вернулись. Долго этого многие ждали. Прошлый видеоролик собрал 2000 просмотров. Это очень большая цифра для нашего канала. И у нас тут разили костер. Мощный. Да. Очень много комментов было, около 140. Очень сильно вдохновили эти комменты. Сейчас вот достраиваем крышу, совсем немного осталось. Принесли уже заранее валежника. Так что давайте, поддержите нас. Поставьте обязательно лайк, подписку и комментарий. Скажем? Что? То, что мы пришли. Короче, когда мы пришли, шалаш полностью обвалился. Мы его поставили заново. Начали снимать тогда, когда вы собирались уходить. В это время мы ушли уже. Ну ладно, не бойтесь. У нас сегодня хорошая камера и фонарь. Так что ничего не будет страшно. Ладно, сейчас мы приступим. Сейчас приступим к съемке. Ну а мы погнали за сбором валежника. Все, ребята, вот принесли новый валежник. Сейчас будем распиливать его. Ребята, вот эту пилку очень быстро собирать наши силы. Давно просто то, что в лес не ходили, мышцы вот атрофировали. И что, тут можно сказать, нас позабыли. Вообще немного крыши осталось. Если успеем сегодня, то и бока начнем обделывать. Начну, что маловероятно. Все. Чисто сейчас два валежника осталось. Два валежника валов. Сейчас осталось очистить от этих палок. Это как выглядит, наш оператор мучается. Тут вот штатив, камера, повербанк в рюкзаке. И вот так вот все получается. Вот так вот это все выглядит. Вот шнур идет, подключен, и все, вот и съемка. Самодельный шнур. Все. Финиш поменять надо. Че это тебе? Отвертку. Сейчас. Начинаем откладывать валежник. Еще, ребята, не обращайте внимания на то, что так резко качество спало. Потому что... На нормальной камере села батарея. Да. Потому что кое-кто ее не зарядил. Все, сейчас снова пойдем соберем валежника. И
начнем снова обкладывать крышу. Поставили кипятить чай. Вот хорошо выбрались мы в лес. Вот. Сейчас будем. Вот тут у нас недостающий элемент есть. Вот. Дым. Все, вот подставили, вот. Все офигенно будет держаться. Как думаете? Сейчас вот щепки для дров делаем. Чтоб у нас температура держалась. Сейчас пойдем очищать валежники. И начнем класть жерди мы. Жерди начнем класть. И все. Потом начнем немного начнем делать бока. Ой, ребята, время уже очень быстро идет. Это думать то, что так, 10 минут, все, это намного сложнее. Сбор валежник сам, потом притащить. И это все. Вот Руслан там вообще как супергерой залез на дерево, валежник тупо снял. Это вообще был просто момент. Жаль, конечно, не заснял. Можешь камеру включить? Все, ребята, мы достроили крышу, начали делать по бокам бортики. Мы так через раз ставим одну палку, чтобы потом переплести ее другими ветвями. Вот как это получилось. Это пока так стоит. Думаем еще пока что над ходом. Либо отсюда будет, либо отсюда. Как удобнее. Крышу вон полностью еле обкрыли, как смогли. В общем, результат нас впечатлил. Крышу достроили, начали бока делать. Он даже Руслан устал, валяется полностью. Ужас. Все, ребята. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии. Комментарии очень наши помогают видеороликам. Очень хорошо помогло. Вот в прошлом 2000 собрало. Надеюсь, в этом соберет тоже 2000. Может, даже больше. Если повезет там как. А так, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии. А мы будем отдыхать. Отдохнем сейчас и пойдем домой. Руслан валяется без сил. Как ты на это смотришь? Устал. Конкретно устал, да? Да. Как ты на это смотришь? Очень хорошо поработали, крышу наконец достроили. Надеемся, очень хороший шалаш получится. Если выстоит до лета, то мы попробуем здесь тянуть 24 часа. А потом, может, приступим к другому проекту. Это уже будет масштабный проект, на который очень много уйдет сил и времени. Особенно времени. Да. Так что, ребята, подписывайтесь на наш канал. И всем пока. Да. Сейчас вот валежи очистим, короче, да? Ну. А, засим как ставим. Потом. А запись-то идет. Ах, блядь. На ее будет меня тут. Он не рубил дерево, он снял валежник, который упал на ветку дерева. Да, он просто залез тупо на дерево и все. И снял ее. Как на ид. Какое дерево? Нет. Да нет уже. Давай. Вот смотри, разгорается опять. Ну да. Блин, дым пошел, значит не догорает. Температура маленькая. Ну ладно. Угу.